Тегерфольдский ковенант. Ковенант. А это что такое? А, спасти рядового Райана. Так, что там у нас? Бонус захвата. Эльфийские сады. Уничтожить баллисты. Расположить приманку по капканам для агримов. Так, район Эльфийские сады. Почему ты не бежала из города? Ты все еще здесь. Баллисты сами себя не сожгут. Так. Так, сожгут баллисты сами себя. Или нет? Тегерфольдского ковенанта. Нет.
просто. У каждого своя база, но она захвачена чужаками. Нет, не достаю. Здесь еще кто-то должен появиться. Вчера справлялся, сегодня не справляюсь. Странно. Ослабел чё-то мой персонаж. Вчера те же доспехи были. И никаких зелий улучшающих. Очков героя. Имперский город. Белое золото. Нет, не впускают. Вот сразу. Что это? Примерное время ожидания 1 минута. О, вообще никого нет. Почему не пускает-то? Вообще не работает. Почему? Почему нельзя войти? А, наверное, нужно сначала выйти из игры, а потом... Нет, мы вошли в игру и уже в имперском городе оказались. Что-то.
Теперь хорошо бы сдать. Совсем не улыбается прокачивать персонажа. Поэтому лучше играть без
ничего не понимаю. У нас же было не кувалда, а зараза. У нас же был стальная кувалда пламени. Ни хрена себе. У нас же был этот самый. Посохом же воевали. Что за хрень? То лук исчез. Ни с того, ни с сего. Теперь кувалда вместо посоха. Скотина. Вот так они делают игры. А потом удивляемся. Ой. Заразы. Ну и чего теперь мне делать? Там фирменный посох был с этими, со штучками такими. Не, ну это не интересно. Найдено форпост жителя канализации. А теперь опять. Теперь видите, опять посох. Что за хрень? Это какая-то магия. Видите, посох. Дурдом какой-то, кувалда куда-то делась. Опять кувалда. Вот как это может быть? У меня вообще кувалды не было никогда. Может, конечно, была. Камни Тельвар. Часто появляются эти, как его, крокодилы. Может, он отсюда выплыл. Так. Форпост жителя канализации. Ага, во. Форпост. Какой человек. Кувалда. Рекомендуют в играх бить в голову. Но здесь, наверное, это не срабатывает. Хлеб. Хлеб. Ящик. Наследники драконьей стражи. Изучить. Вы вошли на территорию, на тренировочную площадку.
мы спасти подданных империи. Спасти подданных империи. Господи, ну идиот какой-то. Какой смысл-то игроков гробить? Эти подданные, которых надо район арены, которых надо спасти, а уже не надо. Так, мемориальный район. Спасти подданных империи. Черта. Почему не срабатывает маскировка? Что за хрень? О, сработало. Так, вот, наверное, это подданный империи. Какого черта? Скотина, конечно, придурок.
собираться толпой, бегать и всех убивать. Вот такая забава. Вместо того, чтобы квесты выполнять. Придурки. Так. Р. Еще люди за это деньги платят. За такое дерьмо. Ну, теперь-то скажешь он. Он скажет, что нам полезный этот. Какой твой план? Есть ли у тебя план? И у мертвых есть уши. Ага, отрезать уши предлагают, наверное. Убить Зивкинов, чего-то такое там. Да какая разница, чего? Все равно не дадут убить никого. Зивкинов. Зивкинов одного убили. Зивкина. Так. Дальше что? Это что? Сейчас бы Сивкина этого убил. Второго. Их всего двух нужно убить было. Какая-то баба там. В пиджаке. Сивкин. По фамилии. Так, Сивкин, Сивкин, Сивкин. Это не Сивкин. Сивкин большой.
хорошо выбрали момент для нападения. Не, ну это надоело мне это все дерьмо. Так, как выйти-то? И войти, чтобы не увеличивался этот опыт без очков героя. Как сюда попасть? Выйти. Тьфу. Так, а если выйти из игры, выйти в меню. Толпой весело так играть, но для этого нужно рацию иметь на танке. Так, настройки, модификации, начальное видео, персонажи. Опять туда же попаду. Даже не из этого имперского. А в какой-нибудь другой город переместиться. Для этого нужно денежку заплатить. А мы деньги не печатаем. Так, переместиться в другой город. Так. Убить Сивкинов в мемориальном районе. Так, где наша Глинумбра? Вы не можете использовать быстрое перемещение в зоне войны альянсов. Для перемещения воспользуйтесь дорожным святилищем. Откуда мне его взять? Паскудство какое, Господи, откуда? Откуда дорожное святилище взять? Дорожное святилище. В имперском городе. Ой, скотина какая. Ой, какая скотина это придумала. Из идиотов еще деньги берут. За эту. Подписка ЭСА плюс. ТЭСА. Святилищем воспользоваться. Дорожное святилище. Нет здесь вообще дорожного святилища. Убить Зивкинов. Убить Зивкинов. Зивкинов убить. Черт. Скоты. Подонки, ублюдки. Так. Их перебили, еще бы это Зивкина убить. Вот, наверное, Зивкин этот. Зивкин, да. Если бы еще скотины красные какие-нибудь или желтые меня не угробили при этом,
Вообще хорошо. Так, опять красные штурмуют. Как мне теперь квест отдать? Прикрепить подслушивающие живоды к склепам. Живоды к склепам. Вот зараза. Уровень повыше. Вот зараза как. Получить. Что получить? А, нафиг. Так, обыскать. Зивкина опять убивает. Несчастного. Так. Зивкина. А чё мне тут? Нужно, ага, о, что-то здесь нужно сделать. О, прикрепили, один прикрепили. А еще прикрепить надо чего-то там. Да. Ага. Так. О. Вот молодой человек мне нужен как раз. Четвертого не успеем окон пробить. Ничего себе. Так. Зараза. Опять превратился в этот сам в кувалду. Почему-то. Так. Мне бы еще одного найти скелетика, которому нужно прикрепить какую-то хрень. О, желтый.
где девушка? Мне нужно этого найти какого-то там. Сейчас они нас убьют. О, вот такой нам нужен. Или мы уже все выполнили? Нет, не выполнили. 3 из 4. О, красный нас убил. Бегает придурок, а мне нужно квест делать, а ему хочется меня кокнуть. Это что, это наш или чушу? Квинарта. Дядь. Наверное, чушь. Барон де Люар. Очаровать. Так, здесь очистили. Там желтый что-то делает. Чего прикрепить, неизвестно. А, вот. Вот он там. Скелетик дорогой мой. Вот он. О, все, слава богу. Выполнили квест.
желтенького убили. Еще красненькие. Ой. Так. А вот еще красненькие. Сейчас меня красненький убьет. Икс вечно не получалось найти на клавиатуре в самый ответственный момент. Так. Почему мой дорогой?
посох превращается все время в кувалду. Так. Захватили? Нет, не захватили. Спасти подданных. Найти Галла на базе Альянса. На базе Альянса, значит, там база Альянса. База. У нас не Альянс, у нас Ковенант какой-то там. На базе Альянса.
выделены сапоги здоровья. Дубовый щит. Оболочка Таэдра. Зелье мы не используем. Пойдем. Чего он не ходит? Так. О, может, квест удастся встать. Поговорить с легатом Галом. Есть уши. Двуручное оружие получен 7 уровень. Так. Сундук осадного командира. Легкий мешок с камнями Тельвар. Взять все. Великий сейф нулевого легиона. Страница стиля куртка дозорных нулевого легиона. Личинка наживкой для сточной воды. Камни Тельвар. Куртка дозорных нулевого легиона. Коллекция обновлена. Грязная шкура. Мусор. Так, еще тут какая-то хрень была. О. Уголь. Раскаяние. Материал стиля. Большой ремонтный набор. Огромный ремонтный набор. Так, это, конечно, все замечательно. Продавца товаров для дома. Так, это мы выкидываем все.
исследовать. Так. Что-то у нас не работает. Так. Легат. Это. Здесь на карте показаны тайные товары. Продавец товара для дома за достижение. Лазатуск. И где этот Лазатуск? Лазатуск. Камни Тельвар. Ага. Жаровня Малагабара и имперское знамя. Ну, это так важно, конечно. Жаровня. Предмет обстановки. Освещение. Это жаровня из хладовой гавани служит. Напоминание о том, как последняя попытка поработить нежно провалилось. Особенность предмета. Активируемый предмет свет. Свет это, конечно, хорошо. Но у нас 1000, а нужно 20 000. Тик. Это стальные наплечники запаса сил. Зачарование максимальный запас сил. Запас сил. Так, это мы разбираем. Шлифовальный камень. Камень и молибден. А может просто молибден. Так, если вот эту штучку
вообще-то здесь, если чего-то можно исследовать. Отсюда выйти. Мерцающий проход. Задний проход. Так, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем. И начинаем с этого же места следующую серию. Всем спасибо за внимание. Ура, товарищи, живым. Живыми мы им не дадимся. До новых встреч в эфире. Интересно, если вот так вот. На фоне флага лучше выглядит. Ну ладно.